23 августа. Над Харьковом зарево пожаров. Еще ночью, отступая, немцы подожгли город. Поджигатели уничтожили лучшие здания Харькова. Таким увидели Харьков наши передовые части, взявшие штурмом город. Разрушения видны на каждой улице. Наши саперы обнаружили в зданиях Украинского физико-технического института заряды ТОЛа. Немцы готовили взрыв высоковольтного корпуса, в котором помещались известные мировой науки лаборатории по расщеплению атомного ядра. Войска Степного фронта вступили в город. Всюду, на каждой улице, население встречало воинов Красной армии. День освобождения Харькова — радостный праздник всего советского народа. Генерал армии Конев, командующий войсками Степного фронта. Начал свою работу Харьковский совет депутатов трудящихся. Получены первые советские газеты. Слово правды на родном языке. В только что вышедшем номере газеты «Радянская Украина» опубликован приказ Верховного Главнокомандующего о победе под Харьковом. Долой все, что напоминает о черных днях немецко-фашистской оккупации. Вторая столица Украины, наш родной Харьков, освобожден.
маршал Советского Союза Жуков. Генерал армии Конев, руководитель украинских большевиков Никита Сергеевич Хрущев. «Врага мы разбили, но еще не добили», — сказал Никита Сергеевич Хрущев. «Надо добиться, чтобы первая столица Украины, наш славный Киев, был освобожден. Теснее сплотим свои ряды под знаменем, которое принесло нам победу. Вперед на Запад, вперед за Украину!» За образцовое выполнение заданий командования в борьбе с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и мужество, Верховный Совет Союза СССР наградил офицеров французской авиационной части «Нормандия» орденами Отечественной войны. Генерал-майор авиации товарищ Литвиненко вручает награды. Орден Отечественной войны второй степени лейтенанту Альберу Дюран. Орден Отечественной войны второй степени инженеру, младшему лейтенанту Луи Дюпра. Орден Отечественной войны второй степени лейтенанту Марселю Лефевр. У микрофона кинохроники лейтенант Марсель Лефевр. В небе Советского Союза я сражаюсь за освобождение Франции. Мир немецким оккупантам! Уже 37 немецких самолетов сбили на советско-германском фронте летчики французской авиационной части «Нормандия». В колхозе имени Карла Маркса, Пахта-Ральского района. Каждое утро почта приносит сюда письма со всех концов страны на имя председателя колхоза Калпебер Дебекова. Славный советский патриот Калпебер Дебеков подписался на второй государственный заем на сумму 1 миллион 36 тысяч рублей. Сбережения всей семьи и полученные облигации сдал Фонд обороны страны. Страдная пора в колхозе. Идет уборка богатого урожая зерновых. Председатель колхоза успевает побывать за день во всех бригадах. Одним из первых в области колхоз имени Карла Маркса отправляет караваны с зерном нового урожая государству. На старте мотокросса Московского военного округа. Перед командами задача – доставить донесение в кратчайший срок. Впереди 33 километра пути, водные преграды, подъемы, труднопроходимые дороги.
старший лейтенант, товарищ Бадерня. Его команда заняла первое место. Команда старшины товарища Михайлова заняла второе место.